Дамы и господа автомобилисты, всех вас приветствую. Сегодня на тесте Камрюха, 17 год, 2.5, 181 лошадка. И стоимость у нее 1 670 000, составляет два владельца, пробег 193 тысячи, Toyota, управляя мечтой, за 4 года накатали 200 тысяч. Ни много ни мало, я думаю, как раз самое то. Автомобиль бизнес-класса Камри, Toyota Camry, тест-драйв. Господа, устраивайтесь поудобнее. Так, что здесь? Такие ключи у нас наикрутейшие. Да, конечно, не 3.5, но 2.5 тоже. На безрыбье карась. Руль не перетягивали, все нормально. Износ не особо большой. И, как по мне, я верю в такие пробеги. Передний привод, достаточно места здесь, супер ликвидная тачка, в цене может даже иногда при конъюнктуре рынка удачной расти, что немаловажно. И здесь такие моменты есть, как бы это правильно объяснить-то, надежность в каждом элементе. Даже если что-то накрывается медным тазом, это все равно надежно работает, не требует вот прям сразу замена. Это здорово. Что-то там прыгает, видимо, в бардачке. Где-то здесь лежит. Конечно, такую машину нужно охранным комплексом обеспечить прям. Это must have, потому что угоняют их очень быстро, от владельцев уезжают. Кто не хочет Камрюху, кому приелась эта тачка, дико он насытился Камрюхой, я рекомендую взять Lexus ES. Совершенно другая идеология. Да, возможно, кто-то скажет, да это все то же самое, просто там чуть-чуть подороже, чуть-чуть поинтереснее. Но все то же самое. Нет, друзья, ЕС-ка рулится по-другому, шумка другая, там подрыв, динамика совершенно иная. Да и он по-другому выглядит. Они бы не создавали Camry и Lexus ES. Они бы не создавали две. Они бы создали бы Camry с какой-нибудь приставкой, понимаете, типа Camry Pro или что-нибудь типа такого. Поэтому присмотритесь к ЕС-кам. Тормаживаемся тоже аккуратно, все хорошо. Слушайте, но эта тачка, динамика, безусловно, комфорт, это приоритет в салоне, очень много места, она прям все самое лучшее вобрала в себя, и она как бы не хочет казаться чем-то, она вот как есть. Ну и крутейшая тачка, которая в классе уже вот всем показывает, где раки зимуют, она, собственно говоря, такой и остается. Что самое удивительное. Аккорд, ну нет, Тиана тоже на любителя. А вот Камрюха, это такая, знаете, тачка на все времена. С Камрюхой вопросов никаких нет. Эта тачка всегда востребована. О, Форик. Форик, наверное, турбовый. Убаюкивающе. Просто вот она, там где-то что-то, видимо, в кармашках катается. Убаюкивающе влияет вот на все и на вся. Такой умиротворенный автомобиль в классе еще поискать. Ладно, умиротворенный, он вам внутри снаружи понравился. Он вам понравится спустя года, когда вы поймете, что надежность во, ликвидность во, надежность вот прям в кубе, еще раз во. И вы такой спустя годы понимаете, какой же я сделал правильный выбор, когда взял немножко поддержанную Камрюху. Лучше, конечно, новую взять, но как бы то ни было. Сейчас уж на то дело пошло. В начальных комплектациях, как Королла, там полторашку стоит. 1 530 000. Это начало только, только начало. Сейчас Короллу можно за 2 миллиона взять. Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Lexus пошли дальше. 3D-стикеры начали на внутреннюю и на внешнюю поверхность наносить. В краску вносится эта штучка. И, по сути, угон Lexus — это вообще такая, знаете, затея бессмысленная становится. Так что ребята работают, это круто. Друзья, не забывайте подписываться на канал, будет еще очень много интересных и познавательных видео. Напишите в комментариях, какие тачки хотите увидеть в ближайшее время. Я постараюсь все ваши требования по выкладке определенных автомобилей воплотить в жизнь. О, хорошо. Хорошо едет. Мне нравится.
Гибриды есть на рынке США, в Арабских Эмиратах. Гибридные исполнения очень востребованы. В Эмиратах так в такси ЕС-ки, в максимальных комплектациях, даже не в максимальных. Все гоняют на ЕС-ках. ЛС любят. Патрол даже в предыдущей будке. Патрол дико востребован там. Ну что ж. Toyota Camry. Как здесь пахнет хорошо и вкусно. Пахнет чем-то воодушевляющим. Трехзонный климат-контроль, мультимедийка. Все сдобрено как надо. Хромом, двухцветный пластик. Ну, ставки под дерево, конечно, в счет я не буду брать, потому что, как ни крути, они выедают душу и некрасиво смотрятся, но как бы то ни было, оставим это на совести производителя. Можно, конечно, перетянуть в карбон или что-то еще, но не то будет. Пусть хотя бы немножко там дегтя будет в этой бучке меда. ТТ-шка Audi. Вот бы такой на обзор, а, ребята. О, слушайте, она прям с 3 до 4 вообще зверюга. С 3 до 4 по оборотам прям весь крутящий момент, видимо, отдает. Электропривод всего и вся, беспроводная зарядка для телефона, ионизация воздуха здесь есть. На Ное вот такая надпись. JBL Audio. Сзади электропривод, подогревы. В общем, настоящий executive sedan. Кожа не особо скользкая, классная кожа. Выделка хорошая, она терпит долго. Да, здесь секретка, что ли, лежит какая-то, похожа на то. Так все регулируется прекрасно у нас тоже. Суть, наверное, в управляемости у этого автомобиля. Управляемости в комфорте. Я так даже думаю, больше, наверное, удовольствие от вождения. Конечно, не BMW, не Ultimate Driving Machine и, возможно, не такой жесткий, хорошо управляемый Accord, но эта тачка заслуживает дикого внимания. Так и получилось. Еще один момент, значит, кто смотрит себе, посмотрите, наш Chevrolet Malibu, тоже классная тачка, эпика, с американским комфортом, если хотите покататься, тачка для вас, однозначно. Ну и рынок, конечно, у нас по ушкам широкий. Конкурентов превеликое множество. Это Hyundai, Kia, это и Sonata, и Optima. Много на что можно обратить внимание. О, как аккуратно она едет, а. Вот все предугадывает эта тачка. Все наши хорошие, плохие действия, она как бы в купе. Она говорит, а тебе это надо? Подумай. Надо? Надо? Ну давай, окей, типа. Поедем так. Хочешь быстро, пожалуйста. Хочешь медленно, да не вопрос. Камера заднего вида здесь установлена тоже. Неплохая графика. Без направляющих. Коробка живучая. Мотор тоже, подвеска. Ну что еще нужно? Я в сороковку видел камрюху. Так, он гонял на межгород. Пробег был 880 тысяч. 880, а по салону не скажешь, хороший владелец был. Фантастика, друзья, фантастика. Электропривод для складывания, все в рабочем состоянии, сидушки невероятно комфортные, какой-то царский трон. Да, может, кого-то шумка не так прям сильно обрадует, есть такие моменты, соглашусь с этим, но на фоне общего праздника этого автомобиля шумка — это, знаете, капля в море. Ключевой доступ тоже, линзы стоят, светодиодные дневные ходовые огни, красотулька просто. Друзья, не забывайте подписываться на канал, ваша поддержка очень важна. 17 диск, 215 на 55 профиле стоят. Багажник уже огромный в этом автомобиле. Смотрите, сколько места. Все сдвигается, открывается. Здесь розетка, длинномеры можно просунуть, подогрев сидений. Активируются воздуховоды, климат и регулировка для сидения. Так все сдвигается, это здорово. Что происходит? Очень классно. Нога спицы в диске, оригинальная. Такой багажник здесь, просто огромный. Из конкурентов, ну, возможно, еще, конечно, Passat.
невозможно, а прямой конкурент. И Skoda Superb. Хром на ручках. Но тут на вкус и цвет, как говорится, пиццы разные. На этом все. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, берегите себя. Всем огромного везения. Хороших вам покупок, друзья.